На одно упражнение в районе минуты, после тренажера то же самое время, но уже в движении. За одно занятие в уникальном фитнес-клубе для женщин каждая пройдет 2,5, а то и 3 круга. Активность – лучшее лекарство от болячек. У меня раньше болели колени. Я в год по 2 раза делала блокады в колени. У меня артрит. Ну вот, как говорится по-русски, все прошло. Самые младшие 12, старшие за 70. За 30 минут одного занятия успевают потренировать почти все группы мышц. Кто-то захотел стать здоровой, есть те, кого не устраивал вес. Ирина Груздева азы фитнеса стала постигать месяц назад, вспоминает молодость, когда успевала и на коньках покататься, и на лыжах. Я вижу даже какое-то вот улучшение в своем, что вот я говорю, что у меня какая-то появилась легкость в теле, что хочется, знаете, все делать, бегать, прыгать. Хотя я уже не молодая женщина, мне уже за 70. Рядом всегда тренеры показывают, как правильно делать упражнения. Когда-то точно такой же путь проделала и Ольга Долич. Мать 10 детей по такой же методике начала работать 7 лет назад. Похудела и стала жить более яркой жизнью. Мне очень захотелось, чтобы как можно большее количество женщин получили вот эту свободу и от лишних килограмм, и от стрессов, чтобы в семьи приходили такие счастливые мамочки, чтобы мужья получали красивых жен себе. Познакомиться с методикой может каждая. В эти выходные клуб проводит «День открытых дверей». Дмитрий Данюк и Евгений Бушуев. День в событиях.